23 марта, озеро Яровое. Мишка, ты чё? Я видеосъемку веду. Палаточный городок заснять. Половинский район. Время 20:16. Приехали мы на рыбалку. Вот столько народу. Туда еще много. Вот так вот от народищу. Ладно, пойду товарищей догонять. Что интересно будет, буду выходить на связь. Время 21:41. Поставил я палатку. Когда-то тут несколько дней назад кто-то ловил. Но уже сильно промерзшие лунки были. По старым с трудом забурился. Буду пробовать изготовлять прикормку с манкой. Типа тесто хочу попробовать сделать. Если есть смысл. С манкой, сухарями, печенюшками. И с мукой. И еще, возможно, с кокосовой стружкой. Ну, больше ничего дома не нашел. И попробую прикормить что-нибудь. Ловлю на искусственную малинку, которая малинка на всю жизнь. В общем, когда заходили, товарищ одного поймал. И все. Я до этого 4 лунки пробурил. Народу много. И непонятно, кто кого ловит. Сейчас 2 мужика выходили. Сказали, с 3:30 сидят. 5 карасей поймали. Там все в палатках. Их тут тоже народу просто и непонятно. Товарищи тоже перебуриваются, уже не знаю, 4-й или 5-й раз, наверное. Ну вот так вот будем пробовать ловить. Сидеть, по крайней мере, что-то бегать на улице я замерз. Начал мерзнуть около минус 10 градусов. Просто вообще тишина. Ну все. Включаюсь. В общем, время 21:59. Признаков поклевок так и нет. Собрался готовить приманку. Вот у меня тут манка. Тут мука, тут хитрый ингредиент. Думаю, у меня же еще печенюшки есть. Полез за печенюшками и решил, в общем, сразу я кушать тогда. Почему бы и нет, думаю. Рыбу не половим, хоть поедим. Тем более у меня на случай, если клевать не будет. Вот есть шоколадка. Гормоны счастья. Получать. Так, вот это у меня печенюшки. Печенюшки на приманку. Ну, в общем, вот так вот. Вот так вот сейчас. Все-то секреты, конечно, я вам не расскажу. То вдруг будет супер клев.
Так что вот так вот. Вот такой пенальчик у меня. Хотел по старой привычке, в общем, сейчас еще кусить хлеба. И чего-то не кусил, ага. Так вот булка, опа, превращается в вилку. Очень хороший такой пенальчик. Так раз. И туда. Уже булка замерзла хлебом. В общем, ладно. Всем приятного аппетита. Сначала сам поем, потом буду рыбу кормить. Вот так вот. Время 4:12. Наверное, на этом рыбалку буду заканчивать. Эх, улов мой. Вот он. Три штуки. Ну, одного маленького, которого отпустил. Ой, замерз, в общем, капец как сильно. Пойду сейчас бегать, греться. Всех поймал, в общем, метр где-то, наверное, от дна поднимал. О, без горелки, в общем. О, неинтересно. Я привык к теплу. Ноги, руки застужены, быстро замерзают. А, сейчас ноги еще задубели. В общем, ладно, побежал я. Дальше можно видео, кстати, не смотреть. Ничего там интересного не будет. Вот весь улов. Как-то вот так. Время 0:49. 24 уже марта. У меня, в общем, ничего не изменилось. По-прежнему не клюет. Или рыбы нет. Или моя супер прикормка оказалось, что не манит. Народ расходится. Уже половина, наверное, осталась. Из того, что было. По разговорам по-разному. Самое большое слышу 35 штук, но мелких. У кого 5. У кого 2. Вот так вот. Товарищи далеко куда-то ушли. Пытался их сходить найти, не нашел. Походил, походил. Похожие палатки посмотрел, не увидел. Вот так вот. Напишу в описании, сколько они поймают. На первом месте у них было поймано около 6-7 штук на двоих. И те, ай, наверное, все лов одного. Вот так вот. Думаю, у меня уже навряд ли что изменится. Я ждал пару часиков. Думаю, что рыба к прикормке подойдет. Она не подходит. Так что, скорее всего, всем пока. Ну, если, конечно, что будет еще интересного, включусь. Кстати, лебедь прилетел вечером, не вечером, днем у себя в деревне видел на озере 2 штук. И здесь часто кричат с разных сторон. Сесть им здесь, наверное, негде. Хотя дальний край вроде озера свободен. Палаток не видно, там было озеро большое. Ну, а здесь им сесть негде, где мы. Ну, вот так вот. В общем, время 2:15. Вот он. Моя первая поклевка.
Мой первый карась на сегодня. Поймал его. Ну вот на таком примерно уровне. Вот там у дна она сейчас. И вот почти до середины. Почти до середины палатки. Одна полметра минимум. Вот так вот. Думал, гальян. Оказалось, карасик. Я не думаю, что я еще кого-то поймаю. Бульк. Отпустим. Поймал, отпусти по принципу ловим. Ах, вот так вот. Время 2:28. Вот еще поклевочка. Еще ему поклевочка. Поднял я, в общем, еще от дна сантиметров на 20. И опять почти вот до сюда довел. Еще выше, в общем, чем первого. Вот так вот тут